Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу вечером в областной научной библиотеке будут показывать драму 1935 года «Строгий юноша» от режиссера Абрама Рома. О чем фильм? О любви, конечно. Философско-романтическая драма. Идеальный комсомолец Гриша влюбился в жену профессора. Показ устраивает киноклуб «Ракурс». Начало в 16:00. Областная научная библиотека. Проспект Ленина, 14А. Второй этаж. Вход свободный. Модерн – это значит современный, а не только стиль вековой давности. Фестиваль современных художественных практик «Мое высказывание» пройдет в Музее модерна в эту субботу. Организаторы обещают удивить главными художественными высказываниями 2016 года, хотя итоги подводить, как мне кажется, несколько рановато. Вашему вниманию предложат пьесу и танец, видео и диджейский сет от культовых самарских творцов. А потом, собственно, зрителям и предложит высказаться, выразить свое мнение, задать вопросы участникам. Начало фестиваля в 6 вечера. Музей модерна, улица Красноармейская, 15. В Доме культуры «Чайка» последние дни работает удивительная фотовыставка «Управленческий. История в фотографиях». Это архивные изображения поселка из личной коллекции местных фотографов Валерия Опехтина и Алексея Шерстенникова. Экспозицию дополняют современные фотографии ребят из центра творчества «Импульс», на которых уже новый поселок, новая история, которая пишется сейчас. Каждый уголок Управленческого за свои 100 лет изменился до неузнаваемости. Выставка работает до 19 сентября с 10 до 20:00. Дом культуры «Чайка», улица Сергея Лазо, 21. Фестиваль, посвященный жонглированию, поингу, огненным искусствам, приглашает всех неравнодушных в воскресенье. Планируются мастер-классы по классическому и контактному жонглированию, кручению огня, вееров, а также хождению по стропе. В программе световое и огненное шоу, музыкальный фон обеспечат самарские диджеи. На фестивале можно будет угоститься вегетарианской едой и напитками, а также чаем. Время работы фестиваля с 12 до 21:00. Площадка Art Loft, улица Ленинградская, 77. И будут черные гусары на месте прадедов стоять. Музей Александрийского 5-го гусарского полка, где служили Михаил Булгаков и Николай Гумилев, открылся в Самаре. На экспозиции представлены около 300 экспонатов. Среди них оружие, обмундирование и различные документы. Восковые фигуры гусар в полной амуниции и с лошадьми вороной масти. Множество фотографий, картины из жизни полка, предметы быта и одежда. Выставка открыта в двух залах военно-исторического музея по адресу улица Куйбышева, дом 157. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!